Ей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня мы будем вскрывать файлы Minecraft Pocket Edition 0.15.0. Но для вскрытия файлов нам понадобится ES-проводник, друзья, ну или другой файловый менеджер, который поддерживает, друзья, архивы. Ну что ж, и, конечно, вам понадобится установщик Minecraft Pocket Edition 0.15.0, после чего вы его переименовываете, и вместо апок вы пишете, друзья, zip. Zip — это архив. И нажимаете готово. Да, и осталось вам его распаковать. Просто распаковываем в эту папочку. Ждем распаковки нашего архива. Да, это займет немножко времени, друзья. Ну, при распаковке файлов мы здесь уже видим несколько папок. И в том числе мы видим несколько файлов, которые, по идее, нам сейчас ни о чем не говорят. Но папка Assets нам говорит, что там находятся текстуры, которые отвечают за разные иконки. Ну и туда, и именно туда мы и отправимся, друзья, после распаковки нашего Minecraft Pocket Edition. Ну да, давайте подождем. Если смотреть на извлеченные файлы, то осталось немножко. Но если смотреть на проценты, то осталось очень немножко. Осталось очень много, друзья. Ну, по идее, половина уже извлечена, и нам осталось всего лишь маленько подождать. Да, ждем, друзья. Ну и если, конечно, вы будете делать и не записывать видео, то вы можете просто поставить распаковку и в это время что-нибудь поделать, к примеру, налить чай, разогреть пищу, ну или что-нибудь там еще подделать, или делать уроки, пока у вас распаковывается ваш файл. Хотя под конец, как видите, все очень быстро пошло. Ну да, это, наверное, самый долгий процесс в нашем видео. Ну все, друзья. Ну и что ж, после чего, как вы распаковали архив, вы заходите в эту папочку и начинаете лазить по файлам Майнкрафта. Ну что ж, сегодня мы начнем с этой папочки. Ну давайте начнем с самой первой папочки. Ну, здесь мы видим, друзья, давайте установлю, видим броню, друзья, кольчужная броня, а вот видим золотую, алмазную, кожаную, друзья, броню, да. Ну, здесь у нас находится броня. Идем в арты, и здесь мы видим все доступные картины, которые у нас и есть, друзья, в Майнкрафте. Дальше у нас идет папка с мобами. Ну и у нас здесь, друзья... Так, а это у нас что? А это у нас, друзья, стол очарования. Это у нас, значит, не моб, друзья. Я ошибся, к сожалению. Вот огненный шарик, который есть в нашем Майнкрафте. Это у нас лодочка. Да, это у нас лодочка, как видите, несколько видов. Вот. Ну и давайте идти дальше. Дальше environment. Это у нас, друзья, частицы ломания блока. Дождик, снег также есть. Как видите, частицы луны и солнце, которые присутствуют здесь. Ну ладно, идем дальше. Идет дальше фонд. И это у нас, друзья, наверное, это у нас буковки стола очарования. Как видите, очень много. Это просто большое количество разных цифр. И правда, здесь очень много файлов, друзья. И все они отвечают за эти символы, потому что каждый язык занимает свой файл. Ну идем уже... Интерфейс, друзья, Amazon, это у нас, что это у нас? А это у нас геймпад, если у кого-то есть геймпад, то это ему будет полезно. Это у нас, друзья, что это у нас? Это у нас панорама, это главное меню Майнкрафта. А это у нас, походу, новое меню какое-то написано. Ну, я вижу маленькие кнопочки. Так, это еще маленькие кнопочки. Это у нас всякие галочки, я вижу. Ну да, друзья, это тоже галочки, кнопочки. Вот, вы как видите, наковальня, галочки и опять же кнопочки. Да. И по этим фоточкам можно сказать, что в скором времени будут добавлены друзья, которые вы сможете добавлять. Хотя в Realms уже были добавлены друзья. Поэтому, как видите, все эти картинки отвечают за свои файлы. Вот и, кстати, наш Realms. И написано прямо Realms, друзья. Да. Я не знаю, что это скриншот, друзья, но скриншот есть в самом Майнкрафте, странно. Но мы идем дальше. О, эту картинку я точно помню, это было в раннем Майнкрафте, друзья. И она все еще остается. Да, друзья. Ну, мы видим много всяких узорчиков. Это у нас управление и. Ух ты, здесь очень много файлов, друзья, которые вы можете достать. Это у нас Майнкрафт обучение, да, прям написано.
Майнкрафт, обучающая версия, это Майнкрафт Windows 10, друзья, а это у нас что? А это у нас, ух ты, это у нас Майнкрафт виртуальной реальности, да, прям так и написано, друзья. А это у нас иконки старой версии Майнкрафта, я не знаю, почему их не очищают, возможно, они где-то отвечают, где-то за что-то отвечают в нашем Майнкрафте. Но это не суть, мы идем дальше. А дальше у нас идет итем, друзья, это наши предметы. И здесь мы видим всем знакомый предмет. Это у нас камера, которая была добавлена официально. Сундучок, наверное, все видели сундучок, друзья. Да, несколько видов тоже. Вот. Ну, давайте идти дальше. Дальше идет карта. Выглядит она вот так, да. Значит, как видите, есть красные, синие, зеленые, белые. Ну, они все у нас используются. Миск. Так, это что у нас, друзья? А это у нас... тыква, да, это у нас тыква, которую мы одеваем на голову. Моб, здесь у нас собраны все мобы, друзья. Если кто-то не знает, то это файл отвечает за заряженного крипера, да. А это у нас что? Это у нас, друзья, что это у нас? Я не знаю, даже не могу представить, что это может быть. Пишите свои комментарии, я не знаю. Похоже, конечно, на седло, но все же это какой-то, возможно, прицеп. Я не знаю, друзья. Первый раз вижу файл в этом Майнкрафте, хотя раньше Майнкрафт я скрывал, но такого файла я не замечал. Я не знаю, к чему это может относиться. А это у нас кошка, кролик, скинцы, друзья. Да, это у нас скинпаки. Кстати, вы можете достать скинпаки и зомби-жители, которые бывают несколько видов. О, и по идее все, друзья. Остались такие маленькие файлы, которые вы также можете, конечно, просмотреть. Но от них толку уже нет. Здесь мы видим сагранного жителя, да. Видим разные частички и непонятные символы. А также здесь мы видим линейку портала, которая очень четко сделана. Ну и мы здесь видим очень много часов, которые показаны в нескольких реакциях, друзья, да. Ну и здесь у нас просто водичка, даже может струйки водички показаны у нас на этом скриншоте. Но это все классно, конечно. Вот. Ну что ж, как видите, сегодня мы скрыли файлы Майнкрафта, но мы зашли всего лишь в одну папочку. Поэтому, если хотите продолжение скрытия файлов Майнкрафта, давайте наберем 50 лайков. Вы знаете, что это немного. И как мы набираем 50 лайков, я сразу выпускаю вторую часть скрытия файлов Майнкрафта. Ну что ж, с вами был Стив Про. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.